Всем известно, что Вашингтон и американцы всегда поддерживали Саакашвили, еще когда он был в Грузии. Да? Сам, в принципе, сам коррупционный скандал назревал, это чувствовалось, это, ну, логика есть, политическая логика всего, что, потому что у нас фактически сама тема, как забалтывалась тема и коррупции, и тема реформ. У нас коррупционеров искали только в правительстве, да. Я не защищаю сейчас правительство, я говорю, что у нас активно переключалось внимание, то, что только в правительстве у нас есть коррупционеры, а то, что в других есть еще, есть другие, ну, там, условно говоря, группировки, которые близки тоже к президенту, у нас замалчивалось, да? Вот. В данном случае я хочу просто сказать, что наши, ну, американцы, они все про нас знают. Они все знают просто до конца. Они таких, ну, таких вот ребят, которые, вот, думаю, что сильно умные, они по всему миру видели. Даже не сомневайтесь. И они понимают, как играть. Они понимают, куда нужно надавить. В данном случае, конечно же, вы посмотрите, это, опять же, посмотрите, как раскручивался скандал. Фактически, как только прозвучал, прозвучала реакция, вообще прозвучало заявление о том, что я ухожу, сразу же была поддержка. Кто первый сказал? Посольство Соединенных Штатов Америки. Да, посол там, да? Пайт написал, первый, что он первый, ну, извините, это, борец, знаете, за реформы. Как говорят в разведке, когда несколько совпадений, это уже не совпадение, это уже тренд называется.